Сидни Фокс, американская актриса, была популярна на протяжении кратковременного периода в начале 30-х годов. Сидни Лефер родилась 10 декабря 1907 года в Нью-Йорке. В 1931 дебютировала в кино, получив главную роль в драме «Плохая сестра», где вторую главную роль играла другая дебютантка Бет Дэвис. В том же году Сидни вошла в список «Baby Stars», куда ежегодно избирались подающие надежды молодые актрисы. Ее карьера развивалась достаточно успешно. За 4 года Сидни доставались преимущественно ведущие роли, а ее партнерами были известные актеры тех лет. Бела Лугоши в фильме «Убийство на улице Морг» 1932 года, Пол Лукас в «Абсолютно бесчестно» 1931, Оуэн Уильям в фильме «Мундштук» 1932, Хамфри Богарт «Полночь, смертельный приговор» 1934 года и другие. В 1932 году она вышла замуж за сценариста Чарльза Бихана. Спустя 2 года, появившись всего в 14 картинах, Сидни неожиданно ушла из кино. 14 ноября 1942 года покончила жизнь самоубийством, приняв большую дозу снотворного. Актрисе было всего 34 года.